Добрый день. Сегодня мы разберем, как играть белыми против защиты Фирцева-Уфимцева. Дебют, несмотря на то, что встречается редко в соревнованиях начинающих, но по мере роста мастерства юных шахматистов его применение все увеличивается и увеличивается. Итак, Е4, Д6, Д4, захватываем центр, защищаем пешку. И здесь важный момент. Мы должны определиться с различными системами. Есть классическая система, там конь f3, слон e2. Есть острые варианты с ходами слон c4 или даже g3. Но мы будем играть, пожалуй, самое острое ответвление за белых. Ход пешкой f4. Мы сразу собираемся установить пешечную структуру ту, которая нравится нам. То есть мы собираемся поставить нашу пешку на e5 и сильно стеснить черных. Но мы собираемся это сделать после завершения развития. Пока под прикрытием пешки f4 будут развиваться конь и слон, мы будем чувствовать себя вполне хорошо. Важная тонкость. Почему слон d3 входим в начале, а не конь f3? Потому что на ход конь f3, наряду с главным ходом рокировка, черные могут применить ход c5. И возникает большое множество острых вариантов. Нам это не надо, и сейчас на c5 мы просто получаем простой уютный перевесик. Ходим слон e3 с нападением на пешку и на попытку ее подкрепить конем. Оказывается, что черный конь остается не у дел. Идет на g8, мы заканчиваем развитие конь f3, ферзь e2, длинная рокировка. И стоим явно лучше. Так, итак, если на слон d3 соперник делает рокировку, мы переходим к главным вариантам. С ходом конь f3. После этого теория знает за черных большое множество продолжений. Это и конь h6, и конь c6, и слон g4. Обычно в соревнованиях начинающих применяется ход слон g4. Нам желательно сразу снять напряжение, которое создает слон, снять связку. И на ход конь c6 важно пойти слон e3. Сейчас объясню для чего. Соперник хочет провести удар e5. Да? Давайте рассмотрим, что будет, если он на пешку d4 будет давить как-то иначе. Например, ходом конь d7. Если он будет давить ходом конь d7, мы ставим нашу пешку на e5. То есть то, что мы планировали изначально в дебюте. На взятие объем пешкой d. Получается у нас открытая линия. Здесь мы не уходим слоном никуда. Никаких слон e4, чтобы соперник темп не выиграл. Просто делаем рокировку. Нам и пешка на b7 не нужна, да? Завершили развитие, уже соперник вынужден защищать пешку ферзем, иначе неприятное противостояние ладьи и ферзя по линии d может сказаться. А игра белых легка и проста. Ход g4, дальше идем h4, h5 и ведем атаку практически без контр-игры на позицию соперника. Если соперник попытается сам провести пешечное наступление, мы его блокируем. Там ставим, может, в ответ на ход А6 можно пойти Е6. В ответ на ход конь Б6 можно поставить слона. Ну, допустим, на ход конь Б6, кстати, на ход конь Б6. Хочется, чтобы запомнили такой полезный прием. Мы замедлили пешечное наступление соперника, и можно увести слона на e2, например, где он никому и никак не мешается. Да? Там на ход ферзь e6, там временная активизация. Защитились. Все, черный слон на g7 выключен из игры. Там конь c4, ну так и быть, побили несчастного коня, да? И вряд ли конь с ферзем черных что-то страшное сделает. Да, учитывая, что почти любой эндшпиль сейчас в пользу белых. Так вот, возвращаемся все-таки к следующей позиции. Главная идея черных — пойти e5 и залезть конем на d4. Как мы на это реагируем? Бьем строго пешкой d и ставим свою пешку на f5, чтобы получить лучшую пешечную структуру. На ход конь d4, внимание, нам не нужно сразу снимать напряжение ударом на d4, идем ферзем на f2. Идем ферзем на f2, ферзь здесь стоит хорошо, все защищает, от всех нападений сам защищен. Следующий наш ход, например, на ферзь d7, это g4, длинная, ну, после выключения фигуры из игры, мы можем в любой момент сделать длинную рокировку, и ходом конь d5 подчеркиваем
неудачное расположение черных фигур. Грозит конь e7 с выигрышем даже ферзя, да? На ход конь c6 играем, слон c5. Позиция совершенно выигранная за белых. Конечно, мы рассмотрели не самую сильнейшую игру за черных, не основной теоретический вариант, но отметим наиболее часто встречающийся в детских соревнованиях. Итак, еще раз. Зачем мы играем на третьем ходу f4? Не чтобы сразу нападать на коня, а чтобы завершить под прикрытием пешек развитие, поставить коня на f3 и слона на d3. И после этого изменить пешечную структуру в свою пользу. Захватить пространство ходом e5. Либо, если, ну, e5, если соперник никак не реагирует. Например, такая пешечная структура с пешками f4 и e5 в пользу белых. Если же соперник реагирует и сам ставит пешку на e5, тогда мы получаем следующую структуру. Прошу обратить внимание на расположение пешек. Еще лучше показано здесь. Да? Получаем следующую структуру, где центр закрыт. Белые пешки ведут атаку. В любой момент могут выключить черных слона и коня из игры. Ходами g5 и f6. Ход h6 только ослабляет позицию черных. После длинной рокировки очень тяжело будет защищаться черным. И, например, хода ферзь h4 в какой-то момент. Да? Таким образом, мы разобрали самый, пожалуй, важный вариант для борьбы с построениями черных в дебюте, когда они фианкетируют своего королевского слона.